Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирский Цветочниц. Сегодня короткое видео о чудесном новом препарате, который бюджетный, стоит недорого и очень-очень нужен осенью, потому что в нем калий. Я покупала в Мерлене. В Мерлене стоит, по-моему, 77 рублей. Это новинка. Новинка. Вот тут очень много всяких медалей. Самое главное, сейчас нужно применить вот это удобрение, опрыскивать, поливать, именно как защиту от микробов, грибов, бактерий, от всего-всего, что нападает осенью. Я покажу сейчас обратную сторону. Посмотрите, расход очень бюджетный. То есть, по-хорошему, вот этой пачке 200 грамм, ее на бочку воды можно развести и пользоваться. Здесь микроорганизмы, которые борются со всеми патогенами. Хочу сказать, пока не забыла, это не я нашла этот препарат. Это наша Ксения на своей странице в Инстаграме показала, что пора обрабатывать плодовые. Условия уже плохие, у нас понижается температура по ночам, у нас начинаются туманы. Те, кто пользуется Инстаграмом, напишите мне в директ, и я пришлю ссылку на страничку Ксении. Спасибо, Ксении, огромное. Это прям чудесный препарат. Смотрите, там срок годности 4 года. Он свеженький. Я взяла 4 пачки, чтобы мне хватило надолго и чтобы пользоваться им, и пользоваться не забывать. Я хотела рассказать по поводу расфасовки. Его нужно разводить в 2 раза и потом уже его добавлять в воду. Я часть использовала, ну, вернее, я отдала хорошему человеку часть, оставшуюся часть я положила в 2 вот таких бутылька. Они чистые, сухие внутри. Я предполагаю, что в разведенном виде препарат не будет долго храниться. Поэтому вот один пузырек я поставила на хранение закрытый, а второй пузырек я буду разводить водой, обычной водой. Он прекрасно растворяется, он густой, но растворяется прекрасно. Я буду обрабатывать вообще все подряд. Вообще все подряд, потому что очень хорошая штука, очень хороший препарат, недорогой, многофункциональный. И обработать все это недолго. Сделайте этот простой шаг. Я ничего не продаю. Так, внимание, обычно спрашивают, а где купить? Да посмотрите в своих магазинах. Я в Мерлене покупала. В Мерлене там на нижней полочке он лежал скромненько, но я побежала сразу же, как только Ксения его показала, я сразу же побежала его покупать. Вот, посмотрите в своих магазинах, посмотрите в интернет-магазинах. Он должен быть везде. Посмотрите, мучнистая роса, ржавчина, парша, все гнили. Ну, в общем, супер, просто супер. Хранить его, кстати, я заберу 3 пачки домой, потому что хранить можно при плюсовой только температуре. Ну и вот я развожу в свой собственный опрыскиватель. Я в этот бутылек уже долила воды. Вот, и сейчас я по норме буду добавлять и обрабатывать все. Спасибо, Ксения, 3-й раз. Я надеюсь, вам пригодится эта информация. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Авторов много, все самое лучшее, полезное и замечательное только у нас. А с вами сегодня была Анжелика. Пока-пока!